О, привет! Как вы могли понять, сегодня я буду обозревать аддон Symphys. А что это такое вообще, Symphys? Symphys — это база, на которой можно делать наземный транспорт. В нашем случае — гражданский. Но также существует Symphys Armored, который добавляет военную технику по типу танка или БТРа. Кстати, если соединить VAC Aircraft и Symphys Armored, можно устроить Третью мировую войну. Я не совсем это имел в виду. Ну и ладно, давайте вернемся к обзору. Чтобы открыть управление транспортом, надо открыть Q-меню, транспорт, плюсик, где Symphys, и Controls. Вот и настройки. Теперь очень кратко о каждой клавише. Первые четыре отвечают вперед, назад, лево, право. Toggle Modifier, газ, кланч, сцепление, Gear Up, Gear Down, коробка передач, Handbrake, ручной тормоз, Cruise Control, Cruise Control, Lights, Fog Lights, фары, Horn, Siren, гудок, сирена, Start and Stop Engine, запуск и глушение двигателя. Следующие четыре отвечают за наклон в воздухе, ну как в GTA. Lock и Unlock заблокировать и разблокировать машину. Turn Signals — это поворотник лево-право и аварийный сигнал. Guys, sorry за мой English, но я устал это озвучивать, так что сильно не осуждайте. Кстати, о настройках. Если вы хотя бы немного знаете английский, в принципе, вы можете смело заходить и настраивать. А если нет, Google переводчик в помощь. В мастерской Steam есть очень много транспортов, сделанных на базе Symphys и Symphys Armored. Так что, если вам что-то надо добавить, заходите в мастерскую Steam и скачивайте. И еще, ссылки на аддоны Symphys и Symphys Armored будет в описании. Вроде бы все сказал. Спасибо за просмотр, оставь лайк, напиши комментарий. Это мотивирует меня делать ролики. Ну, всем пока.